26 февраля 2013 года. Это двор дома Диму 1/1. Посмотрите, какая чистота. Каждый сантиметрик выметен, вычищен. Я решил зафиксировать это дело, потому что через неделю все равно все будет загажено заново. Бычками, всевозможным мусором. Люди и животные будут бороться с этой чистотой наперебой. Все выметено, все красиво. Прям не верится. Но здесь еще не так. Это ощутимо. А вот в центральной части двора вообще Европа практически. Посмотрите. В субботу, воскресенье дворники работали с раннего утра до поздней ночи. Вон как тут все. Ни одного листика, ни одного бычочечка. Идеальная чистота. Вот этот сектор двора почему-то пока не убрали. Ну вот примерно так выглядел весь двор до уборки. Ага, там вот куча собрана. Это еще, видимо, впереди. Вот такие дела. Спасибо дворникам за чистоту.